Сегодня хотелось бы поговорить о моем использовании Mi Band первой серии. Ну, для начала, как отличить оригинальный Mi Band от подделки? На оригинальном ремне присутствует надпись на первой версии, логотип Mi, ремешок жесткий. И есть еще надпись под крышкой. Присутствует серым цветом. Использую я его уже более чем полгода. Достаточно уверенно помогает жизни. Вот за сегодняшнее утро я прошел 5363 шага. У нас здесь присутствуют настройки, проверка обновлений. До сих пор на него прилетают обновления. Вот сам Mi Band зарекомендовал себя как отличный помощник, который помогает в каком плане? В плане будильника, в плане оповещения звонков, смс, сообщений, почты. Вот. Установить. Обновление. Достаточно хорошо прилетают. Капсула была поцарапана, потому что используется уже на протяжении более чем полугода мной. Светодиоды белые. Готово. Так. Проверяем активность, история, история в месяцах. Ну, вот средние мои показатели: апрель, март, февраль, ноябрь, 2015, октябрь. Вот. Следит за весом, пульсом. Нет, за пульсом он следить не может. Это версия 1S может следить. Уведомления очень хорошо работают. Будильник. Чтобы не будить маленького ребенка, довольно-таки успешно справляется со своими задачами. Браслет. Оповещение о вызовах. Ну, вот, в принципе, и все.